Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Никиты. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память великомученика Никиты Готского, обретения мощей святителя Акакия, исповедника епископа Мелитинского, мучеников Максима, Феодота и Асклиады, мученика Порфирия Ефесского, обретение мощей первомученика апостола 70 Стефана Архидиакона, святителя Симеона архиепископа Сурунского и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Также сегодня празднуется икона Божьей Матери Новоникитская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.